Вот кусочек сделали, кусочек нет. Кусочек сделали, кусочек нет. Этот черно-белый тротуар в окрестностях Малахова кургана стал новой достопримечательностью. Не в самом хорошем смысле. Пожилые люди предпочитают обходить это место стороной. Слишком велик риск споткнуться. Ямы на тротуаре залатали частями. Причем уровни нового и старого асфальта отличаются по высоте. Пройти по нему невозможно. Он, говорят, сделали для людей, но это не для людей. Это просто для отвода глаз сделано. Все, что я могу сказать по поводу этого ремонта, если это был ремонт. Одни подрядчики кладут асфальт выше, после других остаются ямы. Как, например, на проспекте Победы. Здесь рабочие не только забыли обустроить въезд и установить бордюр, но и оставили после своей техники след на газоне. Только за неделю сотрудники департамента городского хозяйства проверили около 50 адресов и нашли десяток нарушений. Организациям-нарушителям вручили предписания и протоколы. Будет дано поручение этим организациям восстановить все в соответствии со СНИПами и нормами. Что это включает в себя? Это полное восстановление, то есть привести в соответствие тот участок, который был разрушен. И при этом еще и зоны, которые являются технологическими, где установлена была техника. Всего в течение года департамент выдал 765 ордеров. Все эти участки проверят. Теперь и жители Севастополя тоже могут оформить документы для проведения земляных работ. Для получения специального ордера нужно обратиться во многофункциональный центр. Александра Ковалева, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.